Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – жизненный цикл клетки, хромосомы, передача наследственной информации на клеточном уровне. Сегодня на уроке мы узнаем о строении хромосомы, поговорим о том, какой цикл проживает живая клетка, увидим, какие бывают хромосомы и как формируется пол человека. Период жизнедеятельности клетки от момента ее возникновения до смерти называют жизненным циклом клетки или клеточным циклом. В этот период происходит рост, развитие и размножение клетки. Длительность клеточного цикла в разных клетках даже у одного и того же организма различна. Например, продолжительность этого цикла в клетках эпителиальной ткани человека составляет около 10-15 часов, а клеток печени – целый год. Клеточный цикл состоит из двух разных по продолжительности интервалов – интерфазы и деления клетки. Интерфаза – это часть жизненного цикла клетки между двумя последовательными ее делениями. От латинского «inter» – «между» и греческого «phasis» – «появление». Она характеризуется активными процессами обмена веществ, биосинтезом белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В интерфазе происходят процессы, связанные с жизнедеятельностью клетки – диссимиляция и ассимиляция. Интерфаза состоит из трех периодов. Первый период – до удвоения хромосом. Это наиболее длительный период – от 10 часов до нескольких суток. В этот период клетка интенсивно растет. В ней синтезируется РНК и различные белки. Увеличивается число рибосом и митохондрий. Клетка готовится к удвоению хромосом. Второй период – удвоение хромосом. Он продолжается несколько часов, от 6 до 10. Происходит удвоение хромосом, в основе которого лежит процесс удвоения, репликации ДНК. В результате каждая хромосома состоит из сестринских хроматид. Третий период после удвоения хромосом – самый короткий период интерфазы – от 3 до 6 часов. В этот период клетка готовится к делению. Синтезируются белки, из которых будет сформировано веретено деления. Запасается энергия за счет синтеза АТФ. Продолжительность интерфазы зависит от типа клеток и в среднем составляет не менее 90% от общего времени клеточного цикла. После окончания интерфазы клетка вступает в следующую часть цикла – деление. Важная роль в клеточном цикле принадлежит хромосомам. Хромосома – это комплекс спирализованных молекул ДНК и белков, от греческого «хрома» – цвет и «сома» – тело. Они не только осуществляют регуляцию всех обменных процессов в клетке, но и обеспечивают передачу наследственной информации от одного поколения клеток и организмов к другим. В прокариотической клетке содержится только одна кольцевая молекула ДНК, не связанная с белками, поэтому ее нельзя назвать хромосомой. Большинство хромосом в интерфазе находится в виде нити хроматина, что делает их практически невидимыми. Хроматином от греческого «хрома»
окраска, цвет называют глыбки, гранулы и сетевидные структуры ядра, интенсивно окрашивающиеся некоторыми красителями и отличающиеся по форме от ядрышка. Хроматин состоит из ДНК и белков и представляет собой спирализованные и уплотненные участки хромосом. Спирализованные участки хромосом в генетическом отношении не активны. Свою специфическую функцию, передачу генетической информации, могут осуществлять только деспирализованные, раскрученные участки хромосом, которые в силу своей малой толщины не видны в световой микроскоп. В делящихся клетках все хромосомы сильно спирализуются, укорачиваются и приобретают компактные размеры и формы. Виды хромосом. Однохроматидная состоит из одной молекулы ДНК и изображается в виде одной палочки. Если же хромосома состоит из двух ДНК, то есть из двух хроматид, то такая хромосома называется двуххроматидная. И такие хроматиды называются сестринские. Двуххроматидная хромосома является X-образной. После редупликации каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК, которые спирализуются, соединяются с белками и приобретают четкие формы. Две дочерние молекулы ДНК упаковываются порознь и образуют сестринские хроматиды от греческого «хрома» – цвет и «эйдос» – вид. Сестринские хроматиды удерживаются вместе и образуют одну хромосому. Участок сцепления двух сестринских хроматид называется центромерой, от латинского «центрум» – середина и «мерос» – часть. Форма хромосом зависит от положения центромеры, так называемой первичной перетяжки, области, к которой во время деления клетки прикрепляются нити веретена деления. Центромера делит хромосому на два плеча, которые могут быть одинаковой или разной длины. Все клетки организма делятся на соматические или неполовые клетки, а также на гаметы или половые клетки, такие как яйцеклетка и сперматозоид. В соматических клетках у человека 46 хромосом, диплоидный набор, то есть двойной. У гамет отличие в том, что у них в два раза меньше хромосом. То есть, если в соматических клетках их 46, то в гаметах 23 хромосомы. Это гаплоидный набор или одинарный. К соматическим клеткам относятся неполовые клетки. Это клетки сердца, легких, печени, почек. То есть, любая клетка, которая не относится к половой. А к половым клеткам относятся только яйцеклетка и сперматозоид. Хромосомы бывают двух видов – аутосомы и половые хромосомы. Они бывают двух видов – X и Y. Аутосомы, неполовые хромосомы, отвечают за развитие таких неполовых признаков, как цвет глаз, цвет волос, цвет кожи, форма носа, ушей, структура волос и многих других признаков, не отвечающих за пол человека. За пол человека отвечают только половые хромосомы. Запомним, что в гамете может быть только одна половая хромосома. В сперматозоиде может быть либо X, либо Y. В яйцеклетке может быть только X половая хромосома. Зигота
оплодотворенная яйцеклетка состоит из набора хромосом сперматозоида и набора хромосом яйцеклетки. Если зигота образовалась в результате слияния сперматозоида, у которого была X-половая хромосома, и яйцеклетки, у которой также была X-половая хромосома, то в результате слияния данных гамет зигота даст начало женскому организму, и она будет иметь набор XX и будет развиваться в дальнейшем девочка. Если же сперматозоид имел Y-половую хромосому и оплодотворяет яйцеклетку, которая может иметь только X-хромосому, следовательно, в зиготе будет XY-половые хромосомы, и тогда в данном случае у нас будет развиваться мальчик. Хромосомный набор принято обозначать латинской буквой N. Двойной набор, соответственно, обозначается 2N, а одинарный 1N. Из вышеперечисленного можно сделать вывод. Пол ребенка зависит только от отца, так как яйцеклетка матери содержит только X-хромосому, а сперматозоиды отца могут иметь как X, так и Y-хромосомы. Если это будет X-хромосома, тогда появится девочка. Если будет Y-хромосома, то тогда появится мальчик. Рассмотрим, сколько аутосом и половых хромосом в соматических клетках и гаметах. Если это сперматозоид, то тогда он может иметь половую хромосому либо X, либо Y. Мы с вами уже знаем, что в сперматозоиде должно быть всего 23 хромосомы, так как это гамета, а у гаметы гаплоидный набор хромосом. Следовательно, если у него одна половая хромосома уже есть, то тогда на аутосомы остается число 22. И тогда в сперматозоиде 22 аутосомы и одна половая. Это может быть как X, так и Y. Если же это яйцеклетка, то у нее может быть только половая X-хромосома. И аналогично у нее будет 22 аутосомы и одна половая хромосома X. Изучение хромосом позволило установить следующие факты. Первое. Во всех соматических клетках любого растительного или животного организма число хромосом одинаково. Второе. Половые клетки любого вида организмов всегда содержат вдвое меньше хромосом, чем соматические клетки. Третье. У всех организмов, относящихся к одному виду, количество хромосом в клетках одинаково. Изучить форму и размеры хромосом, установить их количество в клетке можно только во время деления, когда они максимально спирализованы, то есть плотно упакованы, хорошо окрашиваются и видны с помощью светового микроскопа. Клетки каждого организма содержат определенный набор хромосом, который называют кариотипом, от греческого «карион ядро» и типов «образец форма». Для каждого вида организмов характерен свой кариотип. Хромосомы кариотипов отличаются по форме, величине и набору генетической информации. Хромосомный набор строго индивидуален для каждого вида организмов. Число хромосом не зависит от уровня организации вида и не всегда указывает на его родственные связи. Количество их может быть одинаковым у представителей очень далеких друг от друга систематических групп и может сильно отличаться у близких по происхождению видов. Например, у таких разных организмов, как шимпанзе, таракан и перец, диплоидное число хромосом одинаково и равно 48. У человека 46 хромосом.
А у гораздо проще устроенного сазана 104. Таким образом, характеристика хромосомного набора в целом вида специфична, то есть свойственна только одному какому-то виду организмов, растений или животных. Итак, кариотип плодовой мушки дрозофилы составляет 4 пары хромосом. Одного из видов пшеницы 14 пар. У человека 23 пары хромосом. Число хромосом в кариотипе большинства видов живых организмов четное. Это объясняется тем, как мы уже сегодня говорили, что в каждой соматической клетке находятся две одинаковые по форме и размеру хромосомы. Одна от отцовского организма, другая от материнского. После завершения деления клетки хромосомы деспирализуются, и в ядрах образовавшихся дочерних клеток снова становятся видимыми только тонкая сеточка и глыбки хроматина. Предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент, как скручиваются хромосомы. Вы созерцаете удивительный способ упаковки ДНК, благодаря которому 2 метра гигантской молекулы вмещается в микроскопических ядрах наших клеток. Начало процесса характеризуется сворачиванием молекулы ДНК вокруг гистонов. Комплекс петли и ДНК называется нуклеосомой. Нуклеосомы формируют хроматиновые петли, или хроматин. Закручиваясь в спираль, хроматиновые нити формируют хромосомы. Итак, хромосомы – это не что иное, как спирали хроматина. Хромосомы можно увидеть под микроскопом при делении клетки. Именно тогда конденсируется хроматин. То есть ДНК не всегда находится в сконденсированном виде. Разделение двух копий ДНК гораздо проще, если она компактнее, сконденсирована в виде хромосомы. Итак, ребята, мы сегодня с вами узнали о том, из каких частей состоит хромосома. Поговорили о клеточном цикле, рассмотрели, как формируется пол человека. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята!